Ох, блин, Громи, что мы будем делать сегодня? Ты достала не того человека-крыса. Эй, мам, а что делаешь? Я звоню истребителю, у нас крыса. Ты про моего друга? А, крыса твой друг? Да, его имя Молох. Ты ему имя дал? Ох, что ж, может ты сходишь поиграешь со своим другом, ладно? Конечно, мам, увидимся позже. Берегите себя. Сегодня я избавлюсь от тебя, чертова крыса. Бафлиф торговый центр. Эй, детвора, куда идете? Мы идем в торговый центр, сэр. Что ж, запрыгивайте, малые. А? Простите, а это что? Ты про что? О! Да я в доктора играю. Он только что проснулся, док. Что? Ладно, ладно, я знаю, что ему надо. Давайте, медбратья, дайте ему это. Отлично, док. У нас больше нет лекарства. Что? Ох, вы наконец-то здесь. Простите, повторите свое имя. Я Декстер Истребитель, к вашим услугам. Убиваю крыс, котов, кротов и прочих грызунов. Стоп, вы убиваете котов? О, не-не-не-не-не-не-не, я люблю котов. Люблю аж до потери их пульса. Ох, это отлично, прошу, заходите. И какие коты вам нравятся? А, не, я собачник. Спасибо, пока! Давай возьмем веселого парнишу. Вы оба слишком малы, чтобы покупать что-то. Мы достаточно взрослые. И у нас достаточно денег. Вы ведь знаете, что сейчас июнь. Не знаю, что сейчас утки месяц. Жду не дождусь, чтобы поиграть с веселым парнишей. Давай подовьем его и посмотрим на его крики. Детишки, можете ли помочь бедному торговцу конфетами? Конечно, мы конфеты любим. Оу, было просто. Ладно, доставьте этот сахар в магазин сладостей и не затягивайте, а то окажетесь в больнице. Пошли в больницу! Это что за... О, мой бог, это незнакомец убил детей! Кто-нибудь остановите! Именно этим я удовлетворяю свои потребности. Теперь подожду и заберу его домой. Не могу дождаться уйти... Он наконец-то нашел ее. И поймал. А? Что за... Детям тут находиться нельзя. Вы знаете, что это значит? Это значит, что сейчас жуткий месяц. Ведь так ты... Да, так и есть. Ага, это жуткий месяц. Наверное, она не знает, что это. Ну, ты вроде как приседаешь и танцуешь вот так. Что? Вообще-то сейчас не... Сейчас не жуткий месяц, а июнь. Пошли в магазин сладостей! Эй! Ну и что вы, тупицы, тут делаете? А вы-то чё трясётесь? А ты сам не помнишь, Рой? Да, чел. Большого монстра. Оу. Так это... был не сон? Хотите еще встретиться? А ну заткнитесь оба! Не могу поверить, что из-за двух странных глупых детей у меня проблемы! Рой, все в порядке.
Все не в порядке! Я не знаю, что тогда произошло, но я обязательно это выясню. И сейчас не октябрь, чудилы! А это что? Это веселый парниша. Йоу, у моей сестры такой же. Он просто офигеть крутой. Он даже поет песни веселого парниши. Чего он там так долго? Эй, Декстер? Ну и чего с вами случилось? Можно нам батончики, пожалуйста? Извините, дети, но бесплатно их даем только на Хэллоуин. Ладно, ладно. Но вы будете мне должны, ясно? Спасибо, Кевин! Ах, да, совсем забыл. Что? Что это? Это сахар от торговца конфет. Пошли телевизор смотреть! В каком смысле сахар? Какой торговец конфет? Пока-пока, Кевин! Ладно, Кевин. Думай. Как перевесить эту ситуацию в мою пользу? Все нормально, Джек. Ты же не хотел в него стрелять. Вау, копы кого-то застрелили. Вот так сюрприз. О нет, я это слишком громко сказал. Сынок, может, ты расскажешь, что это такое? Напоминаете, это сахар. Сахар нового поставщика конфет, да. Это для новых конфет, ну, знаете. Так, все, хватит, сам попробую. Мне конец. Ну все, мне конец. Все кончено. Они упакуют меня и отправят в тюрьму. Ну вот и все. Оу, это ж сахар. Стой, правда? Да. Ну да. Вы можете даже взять эти новые конфеты. Вон те, я угощаю. Ну, спасибо, конфеточник. Эй, а конфеты ничего так. Ага, теперь ты понимаешь, что я чувствую, когда я курю. Фух, еще один день поживу. Эй, слышь меня, гони сахар! Берите, мне это не нужно, берите! Ненавижу эту работу. Я разорву тебя на части и оставлю умирать. Мам, можно нам? Дети! Вы двое! Вы заперли меня на чердаке на целых 2 года. Жрать пауков и крыс. Я сожгу вашу кожу и полакомлюсь вашей плотью. Ребята, бегите! Это не Молох. Что? Но это же он. Нет, не он. Молох крутой и красный, а этот желтый и скучный. Ха, я знаю. Поверни голову в полный круг. Только демоны так могут. Ладно, но потом я убью вас. Видишь, это не он. Эй, мам, можно мы телевизор посмотрим? Конечно, ребята, конечно. Эй, мам, а это жуткий месяц? Да почему бы и нет? Это близнец жуткого месяца. Значит, это жуткий месяц! Это жуткий месяц! Что? Какого х... Ну вот, в общем-то, и все. Автор оригинала, как бы это ни было очевидно, сеньор Пелло, огромное спасибо за помощь в переводе и озвучке Демокрабу и Тазу Камазу. Ссылки на их YouTube и ВК вы можете найти в описании, как и ссылку на оригинальный ролик.
Вы бы видели свое лицо!